Вот, вы могли бы сказать, как вас зовут? И вообще, кто поспонсирует работу, кто контролирует? Так, сейчас записываю. Ага, вот. Меня зовут я, Григорян Егор Севикович, замдиректор «Стройтехнолог 2000». ООО «Стройтехнолог 2000». Спонсирует СНЗ. Ну, раз у них что-то, соседи говорят, что, ну, обещали ему, делал, что-то они свои обещания выполняли во главе, ну, по-моему, Хусейнова, потому что, ну, я сам, что Хусейнов, этот, его идея. Ну, Хусейнова не снимается. И еще один вопрос. Здесь просто в Ревде идет слух о том, что якобы вот эту дорогу делает депутат Мокрецов. Слышали такого? Может, и он делает, я не знаю. Я слышал, я участвовал в тендере в заводе на СМЗ, и я выполняю воля завода. Они объявили тендер на эту работу. Я участвовал, не я, а наша компания участвовала и выиграла. А там внутренние тонкости я не знаю. Там не знаю. Может быть и депутат Мокрецов. А я откуда могу знать, чья это... Ну, понятно, понятно. Ну, вообще, основные команды идут от завода, да, получается? Все идет от завода. Все от завода. Ну, все. И вас...